Давай. Ветер, птичка и муравей. Сошлись однажды, ветер задувало, птичка Славка и муравей собирала. Разговорились и так подружились, что решили не разлучаться. Одно и то же дело делать, и в одном и том же доме жить. Вот пошли они искать себе работу. Идут, идут, дошли до города. Видел их овощевод и спрашивает, куда, ребята, идете? А ветер задувало за всех отвечает, идем искать себе работу. Идите ко мне, говорит овощевод, есть у меня работа. Решетку вертеть, кротов пугать, овощи от них спасать. Эта работа как раз по мне, сказал ветер. Тут все трое пришли на огород и видят, стоит кол, а на верхушке у него вертушка-трещотка. Как дунет на нее ветер, вертушка завертелась, затрещала, кол задрожал, а кроты под землей побежали с огорода прочь. Вот спасибо, сказал овощевод, оставайся у меня работать. А ветер задувал и отвечает, мы все трое решили одно и то же дело делать, и в одном и том же доме жить, так пусть теперь мои товарищи попробуют подуть. Птичка Славка села на трещотку, клюнула ее, но она не с места. Ну и плохая же ты работница, сказала овощевод. Муравей собирала, говорит, я и пробовать не стану, сестрица не под силу мне и подавно. Делать нечего. Простились друзья с овощеводом и пошли дальше. Идут, идут, дошли до фруктового сада. Увидел их садовод и спрашивает, куда, ребята, идете? Птичка Славка за всех отвечает, идем искать себе работу. Идите ко мне, говорит садовод. Ведь у меня работа с вредными жуками и гусеницами сражаться, фруктовые деревья спасать. Эта работа как раз по мне, сказала птичка Славка. Тут все трое зашли в сад и видят, на деревьях сидят жуки и гусеницы и прогрызают в листьях дырки. Как налетит на них Славка, жука за жуком хватает, гусеницу за гусеницей и клюет. Вот спасибо, сказал садовод, оставайся у меня работать. Птичка Славка отвечает, мы все трое решили одно и то же дело делать, в одном и том же доме жить. Пусть теперь мои товарищи попробуют поклевать. Ветер задувал, она целился на жука, но вместо него сбила на землю яблоки. Ну и плохой же ты работник, сказал садовод. Муравей собирал и говорит, я и пробовать не стану. Братцу не под силу, мне и подавно. Делать нечего. Простились друзья с садоводом и пошли дальше. Идут, идут, дошли до опушки леса. А им навстречу бабушка увидела их и спрашивает, куда, ребята, идете? А муравей собирала за всех отвечать. Идем искать себе работу. Идите ко мне, говорит бабушка. Полечите мои больные ноги. Эта работа как раз по мне, сказал муравей. Собирала. Я хороший доктор. Лез бабушке на ногу, прыснул ей под кожу муравьиной кислоты. Вот спасибо, сказала бабушка. Оставайся у меня больных лечить. А муравей отвечает. Мы все втроем решили одно и то же дело делать. И в одном и том же доме жить. Так пусть мои товарищи попробуют полечить. Но ветер раздавала и птичка Славка говорят, мы и пробовать не станем, у нас нет никаких лекарств, нам нечем лечить. Делать нечего, простились друзья с бабушкой и пошли дальше. Идут, идут и пришли в густой зеленый лес. Куда, ребята, идете? Зашумел лес. А ветер задувала птичка Славка и муравей собирала в один голос отвечает, идем искать себе работу. Оставайся у меня, сказал лес. Есть у меня работа разносить семена, а то они прорастут рядышком с растениями, матерями, и все будет тесно. Ветер заглянул вверх и увидел, висят на деревьях под широкими листьями разные крылатки с семенами. Это работа по мне, сказал ветер. Сорвал с деревьев крылатки, закружил их в воздухе и унес. Птичка посмотрела в лесную глушь и увидела, под деревьями растут кусты, а на них ягоды. «Это работа по мне», — сказала птичка и стала клевать ягоды, а семена ронять на землю, дальше от кустов. А муравей смотрел на траву и видел на травинках разные семена. «У семян больше белые приросты». «Это работа по мне», — сказал муравей. Он пополз по травинкам за семенами. Белые стыши отгрызал от меня, от семян ел, а за семена по земле растаскивал.
Так и остались друзья в лесу. Все делают одно и то же дело. Семена лесные сеют. Все живут в одном и том же доме. Ветер задувал между ветками деревьев. В третьем этаже птичка Славка. На кустах вот в втором этаже муравей собирала. На земле в первом этаже.